Всем привет, с вами Древар, я на аккаунте Credum, спасибо большое за предоставленный его аккаунт, и на его аккаунте я буду снимать следующее продолжение по боевым кораблям, я еще не дорос до его прокачечки, а у него что есть? А у него есть бомбардир, у него нет базук, у него нет, грубо говоря, вот этих ракетных установок, у него ничего нет, но у него есть бомбардиры, у меня на данный момент еще на моем аккаунте этих бомбардиров нет, у меня есть обстрелы, и если честно, на данный момент обстрел уже не решает, вот серьезно, вот уже сейчас он не решает, еще 4 дня назад это был имбой. Вот это было просто тупо имбой. Сейчас на данный момент я уже попробовал, обстрел уже, прям не такая сильная ба, как раньше. А сегодня в данном видосе мы проверим, насколько хороши вот эти бомбардиры, как ими получится забирать базы оппонентов. Единственное, что меня попросил показать, что он вынес обдестроя. Вы знаете этого ютубера, грубо говоря, что у него получилось. Так, давайте посмотрим, как проводил свою атаку обдестроя, что он тут делал. То есть вот, нету рушек, нету никакого такого супер-мега-дефа. Так, у него здесь две лодки гренчиков, солдатики, горы. Солдатики, горы и все. И, да, базук, ничего такого. Ни базук, ни бомбардиров, ничего такого нет. Самое прикольное, что у него даже обстрела нет, чтобы я сказал такой, типа, что вот он, два машинных отделения, грубо говоря, самых дальних, будет сносить с обстрела. Ни хрена подобного. Ну, я понял, все, он просто тупо разбежался. Все четыре машинных отделения так и остались стоять. Собственно говоря, например, вот чем здесь сносили? Кто-нибудь с канонерки сносит хоть что-нибудь? А, здесь уже есть базуки. Вот у этого челика уже есть базуки. То есть, грубо говоря, вот базуками... Ну, базуками гораздо лучше, чем теми же гренами зачищать. Короче, сейчас на его аккаунте будем проверять, будем тестировать, как эти бомбардиры... что из себя будут представлять, как они себя зарекомендуют. Короче, давайте. То есть, у него 4 лодки этих бомбардиров, 3 лодки гор и 1 лодка гренадеров для того, чтобы немножечко расчищали мины. Все-таки, когда гренадеры миссуют, они где-то попадают по минам. Все это сказывается, грубо говоря, в лучшую сторону. Так, вы знаете, здесь можно, наверное, вот я здесь несу вот эту мортирку, вот эту, наверное, снайперку, и просто перемещусь на самый верх, чтобы как можно быстрее снести те вот дальние машинные отделения, потому что если здесь все с берега буду расчищать, это будет очень-очень долго, ну просто максимально долго. Мне это не надо. Последнее вот это машинное отделение я снесу с канонерки. У него не было плюс 50% хп к стойкости зданиям. То есть, соответственно, у меня получится снести с помощью его артиллерии. Даже несмотря на то, что артиллерия у него вообще не прокачана. Вот просто тупо от слова совсем не прокачана. У него на четверочку. То есть, это даже ни обстрела нету, ни артиллерии не прокачана. О, подождите. Так, надо больше солдатиков, чтобы хотя бы поприкрывали немного. Так, давайте снесем. Вот эту пушку бум снесем. И тихо-тихо наверх. Группировочка маленькая. Все, теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, сколько же понадобится? 7, 8 штук. Это офигеть. Это 8 штук понадобится для того, чтобы снести. Ничего себе. Мне всего 5 надо. При прокачанной артиллерии мне всего 5 штук надо для того, чтобы это сносить. Так, давайте последнюю сюда запуливаем. И, собственно говоря, наблюдаем. Так, я очень долго болтал. Я очень сильно надеюсь, что мне хватит времени для того, чтобы все это снизить. Давайте просто тупо сейчас пойдем. Так, пойдем. Просто в наглую. И в следующее машинное отделение. Просто быстрее. Бомбардиры стреляют сдалека, очень хороший дэмэдж, молниеносный, самое главное. Это не гренадеры, которые миссуют. То есть здесь ты уже, если фитилем бросил в здание, то 2-3 секунды и машинного отделения, там любого здания, просто тупо сразу же нет. Так, смотрим, что у меня здесь получается. 2.43, быстрее сносят меня. При том, что на 10 секунд быстрее. Базуками. Между прочим. Сносит базуками. Здесь с помощью обстрела и артиллерии снес одну шоковую установку для того, чтобы она его не затормаживала. Ну, блин, видите, базуки все сильно быстро, очень быстро все расчищают. У него плюс хорошая такая раста. Пришлось обходить, пришлось комбинировать, пришлось куда-то бегать. Ладно, давайте еще одну. То есть, первый, блин, может быть комом. То есть, окей, не получилось, давайте пробовать. Блин, почему... Почему у всех вот это? Почему у всех вот это, которое нельзя пройти, вот эти, блин, здания дурацкие? Так, окей, давайте пробовать с этой стороны. Стой, не получилось. Давайте попробуем по левой стороне. Вот это последнее машинное отделение я снесу с помощью артиллерии. Так, ну давай, ну вон, стреляй.
Так, пока все группируются, сейчас мы быстренько снесем одно здание дефа, потом другое здание дефа, потом группировочка, опана, на самый верх. Группировочка на самый верх. Все, пошли. А, и сносим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще надо 17. Я уже помню, что надо еще бросить следующее на, за 17 канонерки для того, чтобы снести одно единственное машинное отделение. И это даже без какого-то дополнительного усиления, без каких-то дополнительных хп-шек. Так. Тихо. Оп, сюда. Группировочка. Группировочка. Так, сносим. Все, давайте я просто через фитиль побросаю. Все-таки, я думаю, справится очень быстро. Здесь я это все дело подшокаю. Так, минус одно. Перебрасываю на следующее. Здесь я еще тоже это дело подшокаю. Вот, ну здесь вот будет быстро. Давай, ну давай, давай, последний залп, последний. 2.30, блин, ну это тоже 2.38. Это не 2.43, но 2.38 это уже гораздо лучше, чем 2, за 2.31, который я только что показывал. Так, сейчас будем наблюдать. Ух ты, тут с корабликами челик. Тут с... А, у него не получилось. Нифига себе, он завел даже базук сюда, в самый конец. Ну это прям бесстрашный чел. Прям максимально бесстрашный. Когда под дымом ведут войска, грубо говоря, в самый конец, вот здесь он встал и отсюда начал расчищать. Ну это прям безбашенно. Мне кажется, сейчас столько нету заряда канонерки, чтобы вот это вот так вот сюда провести, здесь встать, это, грубо говоря, все расчистить. Ну, прям такой бесстрашный чел. Снова эти здания дефа. Здесь уже немножко все так растянуто. Давайте тоже пробовать. Здесь у него есть плюс дополнительная хп хана. То есть плюс дополнительная хп. И, соответственно, одно машинное отделение у меня не получится снести с артиллерии. Прям совсем не получится. Поэтому давайте, ладно, давайте просто тогда высаживать. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Просто тупо всех высаживаю. Идем просто напрямки, сносим все эти здания дефа. Так, тогда давайте одну шоковую установку я тоже снесу. 4, сколько же там понадобится? 5. 5 выстрелов с артиллерии перед тем, как я снес одну шоковую установку. Блин, здесь мне походу не хватит. Просто тупо не хватит канонерки для того, чтобы следующее. Так, сюда. Ух, быстро сносит. Так, подъюзываю способность воскрешения доктора Кавана. Она на максималку. Доктор Каван 4 левела выпускает максимальное количество воскрешенных юнитов. Так, ух, так, сюда хилочку. Сюда хилочку, сюда еще вот так. Еще одно здание. Дайте мне еще одно здание, я использую. Спасибо большое. Спасибо. За счет того, что бомбардиры, гренадеры все растусовались, ну, вот так по периметру, они идут и не бьют в одно здание. То есть, если бы я пошел с одной стороны с какой-нибудь, они бы просто тупо, как дурачки, долбили бы в одно здание. За счет того, что вот так все растянулись, они бьют просто по разным зданиям. Ну, и сейчас наблюдаем, за сколько, конечно, меня снесут. И за сколько я снесу. Давай. 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 Не очень... Зачистка полностью максимальная, 100% зачистка, но 2.18 на полную зачистку. Вы серьезно? Базуки бы 100% быстрее гораздо бы снесли. И меня быстрее. Хм... Чё я могу вам сказать? Не так уж они хороши, если уже подводить итог. Ну давайте, окей, еще один последний бой, еще один последний шанс им дадим. Если честно, пока нет рушек, вот реально пока нет рушек, пока базуки, грубо говоря, не умирают, базуками, мне почему-то кажется, базуками быстрее сносить базы оппонентов, чем теми же гренадерами. Вот это реально шок, но так и есть. Вот вы просто можете наглядно на это все смотреть, именно так все и есть. Так, сюда... Раз, два, потом сюда, 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 сюда. Это...
максимальный шок, но бомбардир очень долго сносит базы оппонентов. Это 100% винрейт, прям 100%, потому что нету стольких зданий дефа, которые бы могли убивать сдалека именно бомбардиров, но это очень-очень медленно. При том, что я их выпускаю правильно, чтобы они били не все в одно здание, ну а грубо говоря, растусовывались по периметру, и там один стрелял в одно, второй в третье, третий в четвертое, и там вот так все, моментально все подчистую зачищали. И доктор минус доктор Каван, спасибо большое. Спасибо, что минус доктор Каван. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо, что минус доктор Каван. Блин, придется здесь максимально использовать шоки. Прям просто тупо по максимуму. Для того, чтобы выжить. Доктор Каван сильно рано сдох. Ну, все, видите, получилось. Даже без доктора Кавана, даже без какого-либо прикрытия, все равно получается бомбардирами снести базу. Нет рушек, нет там миллиарда пушек бум, нет каких-то прототипов шокового генератора, либо роковой пушки, которая бы могла контрить, грубо говоря, тех же бомбардиров, тех же гренадеров, которые стреляют сдалека. Так, ну что, какое последнее машинное отделение? Вот это будет уничтожаться самое-самое последнее. 2.16. Еще медленнее. Но что я могу сказать? Короче, я думал, будет лучше. Ну, ладно, я победил. Меня просто очень долго сносили. Очень долго меня сносили. Если честно, я думал, будет лучше. Ну, то есть, ну, глядя и по его повторам, и тут по моим атакам, то есть 50-50. То есть, типа, ты проигрываешь, выигрываешь, проигрываешь, выигрываешь, проигрываешь, выигрываешь. И, грубо говоря, начинается качель. Я-то думал, что, может, ему залезу сейчас на 21 ранг, получится забрать этот алмазный сундук. Нет, не так все просто. И эти бомбардиры на данный момент не такая уж имба. Блин, ну, я не знаю, сейчас войдет этот повтор в нарезочку, либо не войдет. Если будет победка, то войдет, если нет, то нет. Короче, вот здесь еще не прокачано, плюс 20% к стойкости здания, соответственно, маленький шанс есть на то, что я снесу одно машинное отделение, грубо говоря, с канонерки, но он очень маленький, поэтому 3-4, поэтому я, наверное, даже им пользоваться не буду, потому что уж сильно много надо будет заряда канонерки для того, чтобы добить последнее машинное отделение, проще будет просто пойти в лоб, ну давайте расчищайте. Идите. Давайте тогда просто снесем одну шоковую установку. 2, 3, 4. Все, здесь 4. В принципе, 1, 2, 3 и 4. Окей, значит, у меня полностью хватит заряда канонерки для того, чтобы снести полностью шоковые установки, чтобы они мне не мешали. Так, здесь так используем. Доктор Каун, в этот раз, пожалуйста, только не сдохни, как в прошлый раз. Ну же, бомбардирщики, ну чуточку быстрее. Не хватает, знаете, не хватает скорости. Вот прям максимально не хватает скорости. Но в то же время я понимаю, что... и я прожал его способность. Прикиньте, я его способность еще прожал. То есть я потратил заряд канонерки. И, собственно говоря, мне это ничего не принесло. Ну, норм. Все равно, блин, да все равно нету зданий деф. Ну, просто тупо их не существует, чтобы остановили этих маньяков. Если бы базуки в конце остались, и без прикрытия, без гор, без доктора Кавана, у базук бы ни хрена такого не получилось, прям красивого сноса. Так, давай просто на последнее машинное отделение перебрасываю. Просто сюда еще дополнительно бам-бам-бам. Может быть, этот рип хоть войдет. Ну, давай, 2.25, сейчас проверим, за сколько меня снесли. 2.25, сейчас наблюдаем, за сколько меня снес какой-то китаец. 2.22, отлично, значит, войдет. Вот такие бомбардирчики. Вот так ими играть. Максимальная качели, если честно, я бы сказал. Нет скорости. Можно было попробовать, если был бы открыт брик, можно было попробовать поиграть с бриком. Но единственный косяк, тогда бы не хватало гор. Вот тогда бы максимально очень сильно не хватало гор. Потому что так-то я использую хотя бы способность доктора Кавана. То есть идут дополнительные войска. Но может быть, если была бы очень быстрая скорость сноса зданий дефа, может быть, бомбардиры быстрее бы сносили, там, в принципе, столько бы гор не понадобилось, там просто несколько шоков выбросить, все это быстро, шух, моментально бы снеслось, и, собственно говоря, пошли бы дальше.
Короче, вот такие бомбардиры. Их тоже там уже советовать, говорить, что открывайте 100%, помогут вам не будут. Возможно, вот так, выход в 5-е машинное отделение. Если у вас, например, есть те же базуки, может быть, он будет самым-самым оптимальным. Но это не точно, потому что на 5 машинных отделений появляется вот это, появляются вот эти вертолеты, и с ними, говорят, очень сильная имба. Вот Bullitt вместе с вертолетами уже писали в группе, что это такая неплохая-неплохая имба, и очень быстро получается сносить базы оппонента. Короче, вот такой видос по поводу бомбардиров. Решать лично вам, качать их, открывать или не открывать, и качать и играть через что-то другое. Я вам показал, как оно есть на самом деле. Если вам данный видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну а с вами был Андрей Вар, всем пока.